Это Костян, чемпион Нагатинского района по кувыркам и падениям. Спасибо. Всем привет, меня зовут Василий Сергей, я являюсь тренером в клубе Running Family. Сегодня мы с вами рассмотрим бросок Йоко Томой Наги. Ноги у нас прямые, партнер на коленке, можно с опущенным тазом, в принципе. Очень важно здесь делать в одно движение уведение рук и подсаживание таза ближе к партнеру. Вот такое движение. Одновременно идут руки и таз. Опять. Руки тянут на себя или в стороны? Руки тянут исключительно наверх в изначальной фазе. Потом вы подсаживаетесь, то есть на себя. В принципе, тянуть вообще не надо. Наверх, теперь. То есть вы своим тазом сами к нему придете, а руками нужно потянуть только наверх. Данный бросок будем рассматривать за ведением, за себя, да? Раз, правой ручкой за собой повели, левый отступаем. Захват. Рукав. Отворот. Руками мы с левой ноги делаем под шаг. И рукой идем вот на партнера, берем вторую, на себя заводим. То есть. А левая рука у нас идет сюда, а правая за собой. Вот у нас такое заведение. Заведем партнера, правой ногой подшагиваем и выводим партнера на правую ножку. Вот сюда. Вот сюда. И потом идем. Вывели его из равновесия. Подсаживаемся левой ногой сюда в область что-то печени, в область живота, можно в область прям бедра. На что нужно особенное внимание обратить при выполнении этого броска? Самое важное. На работу рук. Так, в принципе, в любом броске очень важно, чтобы
руки выводили из равновесия. Вот на эту ножку вывели. Он стоит на антинге. Изучайте броски, чтобы хотя бы примерно знать, как от них защищаться.